А сейчас подробности. Личан и гостей города, которые въезжают со стороны Минска и Гродно, сейчас встречают герои Беларуси Андрей Нечипорчик и Никита Куканенко. Они смотрят с фотографий на баннерах, которые были недавно установлены по инициативе Лидского райисполкома, и напоминают всем, что в мирное время тоже есть место подвигу. Напомним, 19 мая 2021 года летчики 116-й штурмовой авиабазы, гвардии майор Андрей Нечипорчик и гвардии лейтенант Никита Куканенко увели самолет от жилых домов в Барановичах и ценой своей жизни спасли жизни других. В этом году мы установили памятные доски на домах, где жили наши герои, провели траурный митинг в честь годовщины их подвига. В этом году мы также повесили баннеры по согласованию с семьями, чтобы наши личане, горожане, гости нашего города видели о том, что и в наше время есть место подвигу. Мы гордимся нашими ребятами. В этом году уже две пионерские дружины, средняя школа номер 14 и Тарновские школы, удостоились званий Героев Советского Союза. Две школы нашего города, это 9-я школа и 6-я школа, борется за звание носить звание наших героев Белоруссии. Лидским районным советом депутатов принято решение о присвоении улиц в строящемся микрорайоне «Север». И эти улицы будут названы улицами именами наших героев. Поэтому мы помним, чтим, и до сих пор, пока в нашем сердце и памяти остается подвиг, до сих пор будут живы наши ребята, до сих пор они будут примером являться нашим подрастающим молодому поколению.